Ансамбль народных инструментов «Северяна» отправится в Сочи уже в воскресенье 16 февраля. Там наши артисты примут участие в культурной олимпиаде и выступят среди 4000 артистов, которые представляют более 60 регионов России. Сейчас ансамбль проводит последние репетиции. В Сочи участникам предстоит провести всего 2 дня. Как и у всех коллективов представителей Ненецкого округа, у «Северяны» 2 концертные программы – короткая и часовая. В нашем репертуаре есть именно несколько ненецких сборников, именно вот представляющих именно колорит вот этой земли, наримарской земли. Вот не похожие ни на какие другие композиции. Национальный колорит отразят в короткой программе. Помимо дневных выступлений перед жителями и гостями столицы Олимпиады 2014, участники ансамбля покажут полноценный концерт. В него войдут народные композиции Коми Республики и национальные русские песни. Самое главное, что есть настрой у всего коллектива, чтобы хорошо выступить, чтобы представить культуру своего региона, ну и получить удовольствие от той атмосферы, которая, я думаю, нас ждет в Сочи. Как признаются участники ансамбля, они все время в движении. Постоянные репетиции, концерты и гастроли. И нет разницы, кто в зале – жители отдаленной деревеньки или столичная публика. Они всегда играют на отлично. Екатерина Гончарова, Антон Водряков, телеканал «Север».